часть судов перейдет в юрисдикцию Донецкой Народной Республики. Об этом принято уже соответствующее решение. И флаги, которые будут на них, тоже уже понятны. Данные суда будут переименованы. Ну, наверное, чуть позже мы скажем нашу задумку, как это было бы правильно и как это будет поддержано абсолютно и жителями Донецкой Народной Республики, ну, думаю, и Российской Федерации в том числе. То есть, по сути, у ДНР теперь есть торговый флот? Да. Денис Владимирович.